Вітаю вас, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Пензель художника і гармонія музичних акордів. Все це чекає на вас в нашій сьогоднішній програмі. Любой художник ставить себе задачу, что я хочу, прежде всего, показать на картине. Скоро-скоро на луга лягут белые снега. Каждый художник со временем растет, и что-то у него получается, ну, то, что неожиданно, вот какие-то неожиданные вещи. Есть вещи, которые надо ценить и уважать, то, что сделали до нас. І зробили неплохо. Сьогодні, друзі, ми пропонуємо вам оцінити творчість нашого героя – художника Юрія Дзінтарса. Втім, він не лише художник. Все його життя відблискує якимось особливим світлом. Навіть його фамілія – Дзінтарс. Ми поцікавились, чи не має відношення наш герой до відомої прибалтійської фірми «Дзінтарас». Можливо, він її власник? Нет, я не владелец этой фабрики, естественно, и не моим именем она названа, но фамилию в 40-м году дед Карл взял эту фамилию, и тогда уже отец Дзинтарс Висвальд Карлович был, и тогда мы уже пошли как Дзинтарс. До этого мы были другой фамилией. Я человек поющий, играющий. Несколько инструментов есть, которыми я владею, но не так профессионально, как хотелось бы, но тем не менее, это дело мне нравится. Это уже пришло ко мне гораздо позже, когда уже было 40 лет. То есть живописью вы озадачились уже в более зрелом возрасте, да? Да, я до этого занимался разными там, ну, специальности у меня были разные. Я и мореходку заканчивал, матрос-водолаз, 78-79 год. А потом бизнес. Пошли другие направления, время менялось, 90-е годы, все чем-то занимались. Ну, а потом, когда уже занимался малярным делом, был мастером малярки 10 лет, столкнулся с красками более вплотную, ну, сначала с промышленными материалами, а потом уже подошел ближе карандаш, живопись, познакомился с художниками, и стали они мне немножко накручивать уши. А до этого вы никогда не рисовали? Нет, ну, чисто на таком уровне. Но я как-то с этим... Я больше музыке уделял внимание, долго играл, там, ну, всякие торжества, там такое. Гитара, пел. Скоро-скоро на луга лягут белые снега. И метель о чем-то грустно запоет. А ведь было и прошло,
Только жаль, что все ушло, и никто нам это лето не вернет. Вот как бывает, и лето звонкий крик. Вот как бывает, где счастье светлый миг. Вот как бывает, где этот летний сон. Вот как бывает, растаял он. Новый вновь себе твержу, что любовь я отыщу, что вернуть порой не в силах лето я. Но смеется надо мной даже ветер за спиной. Так наивна и смешна мечта моя. Вот как бывает, где лето звонкий крик. Вот как бывает, где счастье светлый миг. Летний сон, вот как бывает, растаял он. И вот наконец-то, Юрий, постепенно и вы доросли до большого художника, и у вас есть уже большие полотна, которые представлены и на выставках, и сейчас телезрители. Давайте Юрий покажет те работы, которые только-только собираются ехать на выставку. Эта выставка будет чуть позже, а вот эти работы, Юрий, так, рассказывайте, это работа с последнего пленэра, да? Организована в мае месяце Ларисой Терновской, которая организовывает эти пленэры каждый год. И мы в этом году посвятили городу. А это уже яхт-клуб, только уже со стороны Буга. Старый наш здание яхт-клуба этого. Я не знаю его точное название, как он там называется. Пушки, да, пушки с берега полят, кораблю пристать велят. Пристать велят, да. Юрий, я хотела бы, чтобы вы еще показали нашим телезрителям картины, которые выходят из-под вашей кисти. Ну-ка, телезрители, не узнаете место? Получается сентябрь, Очаков, 13-й год. Да, это мы были с Ромой Нагорным. Мы часто с ним общаемся, это один из друзей моих художников. Вот он, такая была работа, такая была погода ветреная. Вы сурово вглядывались вдаль? Да, да, это получается Березань, это очаковские вот эти вот пороги, которые не пороги, а как горные, там такие, барельеф идет из глиняный такой. Да, ветреная погода, и просто чувствуется этот ветер, но не холодный, а теплый. Путешествуем дальше, и вот уже из Очакова мы перебираемся в армянскую церковь. Николай наш перегон Октябрьский, как мы его называем по-николаевски, Октябрьский перегон, там стоит армянская церковь. Я ее писал тоже, по-моему, в 13-м. Да, 13-й год. А чем она вам понравилась? Мне нравятся архитектурные сооружения. Там... А расскажите историю написания этой картины. Вот вы ехали мимо, вдруг увидели эту церковь уже... теплую, такую солнечную. Это, кстати, был весна, по-моему, да, весенний сюжет, потому что она как раз на солнце так... Вот этот камень, он привозной. Возится издалека. Я так разговаривал с людьми. По-моему, не его оттуда возят, откуда-то, со своих мест. Да, это специальный солнечный камень, который хранит солнечное тепло и свет. Итак, из весны мы сейчас с вами, дорогие телезрители, видите, как с нами удобно путешествовать из одного времени года в другое. Мы с вами сейчас перемещаемся... Зима, Николаев, тоже 13-й год. Это у нас Декабристов. Был магазинчик «Вальтер Мебель», там
прослеживаются две башенки с этого нашего костела Николаевского. Перспектива уходит даль, вдаль, в улицу. Эта работа была на выставке в Киеве, на республике. Полотна художников, любого художника, кроме композиции, четкости линий, они всегда скрывают какую-то тайну, какой-то невысказанный или ответ, или вопрос, но что-то такое невысказанное, что они пытаются донести людям. Скажу, знаете, что у вас? Какая тайна у вас здесь сохранена? У меня тайны нету особой. Мне у вас нету секрета. Человек проходящий, он, глядя на картину, он не упирался мозгами, там, где это, что это, а чтобы она была узнаваема, чтобы это было четко и понятно, что это, и где это, и когда это. И человек глянул, да, это наша Николаева, это наша Николаевская зима. Понимаете, вот так вот. Мое впечатление. Вы конкретный человек. Да, я люблю конкретику, я больше склонен к реализму. Вы задаете конкретные вопросы и даете конкретные ответы. Человек посмотрел, да, это наше, это декабристов. Из зимы куда мы отправляемся дальше в путешествие? Мы отправляемся, ну, на эту работу, в принципе, такая работа. В лето. В лето это наш, опять же. Друзья мои, из зимы в лето. За давление не беспокойтесь, потому что резких перепадов температурного давления и атмосферного давления не будет. У нас все под контролем. Итак, лето. Да, лето это опять же наш яхт-клуб на Ингуле. В начале это та работа маленькая была, допустим, там дальше яхт-клуб, а это старые пристани вот эти, где еще, видите, тут, допустим, старое какое-то там суденышко, заброшенное здание, которое там будет реставрироваться. Надежда есть на то, что будет. Которое прячется. Но вы здание обозначили лишь таинственной стеной. Намек просто, да. В картине всегда должно быть что-то главное, что-то второстепенное. Но что? Здесь вид сразу идет. Вода на себя много берет. Почему? У меня любой художник ставит себе задачу. Что я хочу, прежде всего, показать на картине? Я хочу показать нашу воду, наше лето, конец лета это было. Ну и, естественно, где это происходит. Мы напоминаем, что вы конкретный человек. Да, и вот эта гладь, она как-то успокаивает, как-то вода, она всегда, я сам по гороскопу рак, поэтому мне близко эти водные все стихии, да? Поэтому, да, с водичкой я дружу. Налюбовавшись и отдохнув у берега реки, спокойной гладь, насладившись ее спокойным течением, мы сейчас с вами поедем, наверное, в море. Ну, смотрите, как у нас все постепенно происходит, телезрители. Река куда впадает? Река впадает в море. Что дальше мы должны вам показать? Совершенно верно. Очаковское море. Там два рыбачка, которые хотят поймать рыбу, или что они там задумали. Это берег Очаковский, он уходит сюда, это конец Очакова, он же полуостров получается. Там остров Майский, виднеется где-то вдали. Кинбургская коса здесь уходит за горизонт. А вот это вот заводь наша глина Очаковская. Она, кстати, подходит для керамики, для этих дел. Там есть красная глина, есть у нас такая. Побережье спокойно. Я специально не насыщал картину кораблями, яхтами, там, людьми особо. Ну так, по композиции вроде бы она состоялась. Можно еще было, конечно. Картину можно писать долго. Можно ее писать и год, и два, и три. Друзья мои, искупавшись в реке, попробовавши вкус соленой морской воды, давайте, наконец, обсохнем и остановим взгляд на красоте. Это во дворе я писал куст, получается, такой есть цветок, он сентябринки, но они есть разные там разновидности их, сентябринок этих. Но это я брал уже с натуры, здесь во дворе сел, поставил эту треногу свою и уже с натуры сразу замахивал. Делал эскиз, карандаши, а потом уже дома дописывал это. Вот смотрите, такие простые цветы, не напыщенные, не гордые, но такие милые и скромные,
но одновременно такие родные и милые, правда? Да. Понимаете, каждый художник со временем растет, и что-то у него получается, ну, то, что неожиданно, вот какие-то неожиданные вещи. Ну, мы их берем на вооружение, конечно, оно опять забывается, бытовые вещи, они, как всегда, бытовуха, она заедает. Это вот не всегда я не получается. Верю, что вас заест бытовуха. Не, ну я вообще такой человек экспрессивный, я себе ставлю задачи, и у меня каждый день как можно такой, ну, все бывает, знаете, в жизни всякие моменты, где надо отключают тебя с своего дела, и тебе надо переключаться на совсем другие вещи. Конечно, конечно, да. А вот эта работа, да, она меня подтолкнула, допустим, к каким-то вещам, где осознание начало срабатывать, на обращать внимание на какие-то потайные хода в живописи. От полевых цветов это мы с вами год, в поля. 12-й год, это объездная дорога, Зайчевская. Знаете эту дорогу, да? С левая сторона. Идет Зайчевская, уходит сюда вправо еще. У меня две работы было, такие диптих я делал большой. Но одну забрали у меня. Это осталась мне левая сторона объездной дороги. На Зайчевск, на Одессу, которая, то есть на Херсон. Друзья мои, втяните грудью этот вольный, привольный, душистый воздух нашего раздолья. Юрий, а что вам больше по сердцу, как художнику, писать вот такие привольные картины или конкретно что узнаваемые пейзажи? Как художнику, мне нравится архитектура. Мне больше нравятся городские пейзажи. Нравятся и марины, но больше нравятся, конечно, такие вещи готика, зодчество. Что-нибудь, старина какая-то. И я думаю, что еще не один шедевр родится из-под вашей кисти. Юрий, вы же сейчас работаете? Да. Работаем, да. Ну, пока работаем в плане мысли, что делать, потому что сейчас эти организуются две выставки. Сейчас одна, вторая, там надо к ним подготовиться, надо позаканчивать, просто хвосты подтянуть. А так, есть еще варианты, я сейчас хожу, фотографирую и планирую делать еще, ну, чисто городские какие-то вещи, которые людям доступны, во всяком случае, на восприятие. Я никогда не лезу в какие-то дебри, там, у меня такого нет, но есть вещи, которые надо ценить и уважать то, что сделали до нас. И сделали неплохо, потому что то, что строится сейчас, это все, как правило, новое. А если где-то что-то и расписывается, то такого, что люди не везде могут увидеть росписи. А именно здания, у нас очень старинный город, и особенно вот этот край Адмиралтейства, Адмиральская, там, где жили, можно сказать, правители нашего города. Жили адмиралы, да. И офицеры флота, и другие, да, отцы города. Города у нас вся настолько она великолепна в своем исполнении этих домов. Многие сохраняют, делают, инкрустируют что-то там, пытаются что-то восстанавливать, что-то получается. Хотелось бы, чтобы город все-таки сохранял свое лицо в этом плане. Зберегти обличчя нашого міста у його найкращому вигляді допомагає і наш сьогоднішній герой – художник Юрій Дзінтарс. Що день завтрашній нам готує, почуємо зараз. Я, Аніта Рашевська, прощаюсь з вами. На все добре. 7 вересня – Тіт і Варфоломій. Період останніх грибів. Як то кажуть, їж пиріг з грибами та тримай язик за зубами. Великий врожай грибів віщує холодну зиму. 8 вересня – свята мучениця Наталія. Холодний ранок на ранню та холодну зиму. 10 вересня – Анна пророчиця. 11 вересня – усікновіння голови святого пророка і хрестителя Іоанна. Пісни день. Іоанн прийшов, літо за собою повів. В народі пісни Іоанн вважається хресним батьком осені.